Понимаете, в чем дело? Мы открываем, так сказать, опять пытаемся жить не как все. Но если у нас уже становится столько же машин, сколько в Европе и в Соединенных Штатах, ну, в крупных городах, значит, мы должны делать платные парковки. Иначе, что, уже будут драки с применением холодного и горячего оружия за место в центре города? Ну, я вам скажу, что вот я, например, живу близко к центру. Слава богу, у меня есть рядом с домом подземная парковка. Я там плачу и спокойно держу машину. Надо привыкать, потому что для того, чтобы чувствовать себя спокойно, для того, чтобы не сдирать сосульки с машины каждое утро, в конце концов, надо немного заплатить.